Наступление лета не только начало долгожданных школьных каникул. 1 июня более 30 стран мира отмечают Международный день защиты детей. Волжские праздничные мероприятия прошли на трех площадках города. Несмотря на любую погоду, у природы нет плохой погоды в конце-то концов. Детям он всегда праздник. Они всегда ждут этот праздник, ждали, собирались, приехали. И ветер нам не страшен. Несмотря на эту плохую погоду холодную, мы все равно пришли отметить этот праздник вместе с детишками. Дети довольны, очень хорошо все. В Центре культуры и досуга «Звездные» маленьких героев праздника ожидали театрализованное представление, танцы и конкурсы, в том числе и для их родителей. Праздником! Запах сладкой ваты и вкусного попкорна окутал городской парк культуры и отдыха. Именно здесь прошла развлекательная программа, мастер-классы, познавательная викторина и многое другое для подрастающего поколения. Раз, два, три! Самым ярким событием стал фестиваль красок. Адреналин! Энтузиазм. Как инвестировать ты будешь себя? Женя и... Мама, прошу, мама, тебя. Это очень весело и прикольно. Было супер, круто, красочно, весело. Я надеюсь, что мама меня не отругает. Ветер и низкая температура не смогли помешать ребятам отметить свой праздник. Сегодня 1 июня, начало лета. Все впереди. Татьяна Дуборкина, Евгений Березо, Антон Макаревич, Волжск 24.